И второе видео у нас из Алании, район Оба. Сейчас я был на вещевом, а теперь мы пойдем на овощи, фрукты. Сейчас поздороваемся. Здесь купил себе там шорты джинсовые, 70 турецких лир. Было написано 10 евро, или 70 турецких лир. Взял две штуки. Больших померил и купил 70 лир. Не торговался, потому что сейчас... Они... Так, и Али тут наш красавец. Привет! Али на солнышке. Супер. Нормально. Не, побегу овощи. Поснимаю. Есть, есть, спасибо. Вот Али сейчас здесь стоит. В овощах и фруктах они стоят. Запрятались. Так, пойдем смотреть цены на клубнику, черешню и все остальное. Людей много, сейчас на рынке уже почти вечернее, он время ближе к 6 часам. Так, ну первая клубника. О, 5 лир. Красивая. Ё-моё, черешня по 3 лиры, желтая, вообще супер цены. Супер цены просто. 3 лиры. Черешня 3 лиры. Персик 7, нектарин 7. Здесь у них тоже много черешни, но по 10. Абрикос 7, здесь 4 у черешня. По левому ряду. Иду по левому, назад пойдем по правому. Там наш любимый продавец, у него клубничка по 5 и по 6, как всегда. И черешня красивая по 8. Показываю клубнику. Какая красота. Доброе утро, он как будто знает, что я только 2 часа назад проснулся. Есть клубника, витамин Астасия. Класс, красивая клубничка. Крупненькая. Клубничка! Обязательно к нему приходите, все, кто будет летом приезжать. У него весело и вкусно, и качественно. Вот по 2 лиры кило такая черешня. Желтая по 5, дальше по 3, снова такая по 3, 4, переоценка ценности. Людей много на рынке. По 5 лир черешня, вот такая сливка по 4. Так, наши пацаны. Тут раз взял у них такую большую-большую капусту, уже 2 раза варил с нее борщ. И тушил капусту, по-моему, тоже 2 раза. И она все не заканчивается. Огромная. Я не знаю, сколько она весила. Огромную просто капусту у них в тот раз купил. Борщ в Турции, люди, супер получается. Он такой вкусный. У них такая вкусная томатная паста. Такие вкусные все овощи. Сегодня они не полным составом. Где все остальные? О, сегодня у них можно картой платить, ничего себе. Представьте, овощи можно покупать по карте. Круто, круто, круто. Мы сейчас даже протестируем, я сейчас приду, сделаем сейчас. Сейчас куплю овощи, заплатим карточкой. Иду. Это молодцы. Напоминаю, что карта, вы если расплачиваетесь, то без всяких, естественно, комиссий. И
в лирах вам счет выставят без комиссии, по банку переведут без двойных всяких конвертаций, то есть это очень выгодно. Всем советую картами расплачиваться и лиры снимать тоже банкомата. Музыка. Черешня вот разная, от 3 до 8 цена черешни. По 3 желтая тоже, апельсинки по 2 лиры, штучка 3 лиры, вот такие вот дыньки. Арбуз лира 50 кило. Наш любимый продавец. В тени прохладно, а на солнце жарко. Вот такая вот погода сейчас. Ворба. Ой, сегодня хоть улыбается немножко. Наверное, уже туристы поехали, не? Хоть чуть-чуть есть люди? А иностранцы есть новые или никого еще? Туристов нету, да? Пока нету туристов. Самолеты вроде уже какие-то полетели, а когда же уже люди? Люди, прилетайте, сразу на рынок приходите за вкусняшками. Не тяните. Такое вот все здесь красивое. И человек хороший. Обязательно его посетите, кто будет летом, осенью, он во всех районах, в Махмутларе он стоит. Завтра Махмутлар будет, вторник Махмутлар. Вот, так что приходите, все. И субботу Махмутлар, да, субботу в одном месте, воскресенье, вторник в другом Махмутларе. Так, двигаем дальше. Как и обещал, сейчас у ребят куплю. Куплю овощи, расплачусь картой. Мне просто интересно. Не помню, покупал я на рынке что-то с оплатой карты. Наверное, нет. По 3 лиры черешня, по 3 лиры слива. Смотрите, сколько. Очень много покупателей на рынке сейчас. С ума сойти, здоровенные пучки, веники прям. Вот такие вот даже эксклюзивные вещи есть. Я уже опять забыл, как он называется. Этот. Как он называется, скажи? Майдород, чифти бимиллион, 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 бимиллион. Вы поняли, короче. Чифти бимиллиона, чифти бимиллиона. Розмарин? А, о, розмарин, да. Точно. Розмарин. Али, бирай, шилля. А, больше гелдем. Кач тане? Или рай, шилля. Грибочки вот такие. Чифти бимиллиона, чифти бимиллиона. Сейчас я выберу, а потом покажу, как платить. И у ребят вот фирменные и футболки, и пакеты, вот так вот их называется. Их овощная мафия, так вот у них сегодня большие, красивые, бесплатные пакеты со всеми координатами. Вы им даже позвонить можете. Считай, я набрал у них все, короче, и брокколи, и базилик, петрушка, укроп, чеснок взял, что еще взял? Два веника, петрушки, брокколи, что я еще не сказал. И сейчас, короче, он мне посчитает, а мы будем платить карта. Уникальный момент. За петрушкой с кредитной картой называется. Сейчас будем все оплачивать. Сейчас еще лук зеленый. Давай. Лук зеленый. Майданос положил мой? Майданос. Майданос это петрушка. Базиликом, свекла, брокколи, чеснок, укроп. Этот положил под лед. Как он да. Есть, да? Бурда, это здесь. Два. Петрушка. Лук. Зелененький. Один, один. Yes! Чоп.
Все? Полный пакет получился. Алшу 25. Угу. Это черный айсберг. Салат черный айсберг. Это подарок. Подарок, спасибо. И сейчас будем платить картой, показывать людям. Вот, так вот красиво все выглядит. Давай свой аппарат. Будем делать рекламу. Чек даже будет. А, чек. Тамам, дай сау. Тамам, прошло. Спасибо. Вот так вот оплачиваем картой, идем за покупками с картой. Так что это круто, конечно. И с чеком прям. Все, спасибо, счастливо. Спасибо, до свидания. Вот такой вот красивый пакетик. Получился, все, счастливо. Идем дальше. Помидоры, лук мне надо. Овощи уже. Набрал на 25 лир. По 3 лиры. Баклажанчики, помидоры 3,50. Огурцы, наверное, по лире, я думаю. Сейчас походим, еще посмотрим. Очень много людей. Очень просто. И игрушки. По 2,50 персик, смотрите, 2,50 кило. По 5 персик. Эль мавилера. Али Гази Паша'нын сон чилекleri bunlar, сон чилекleri аз калды. Сколько? Давай мне полкило. Килограмм не беру, потому что я не могу сразу не съесть. Беру по полкило уже. Клубника, сезон финиш. Сезон финиш? Да, да. Серьезно? Летом не буду? Не пугай зрителей, они за клубникой приедут. 30 days сезон финиш, 30 days. Полкило самое красивое. Самое красивое? Да. Все красное. Класс, класс. Вообще шикарная. Красавица. Мика богатый вар, чок так. А может быть связано то, что много людей, что волны на море, я даже не знаю, может люди вместо моря пришли все, наверное. Все по бесплатно принесли. Сделай мне желтой черешни на вот эту вот на сдачу. Желтой черешни полкило как раз получится. По 4 лиры желтенькая. Желтая в Турции не часто бывает, но бывает. Тоже ее иногда люблю. Яблочки по 2 у него. Спасибо. Бонусы. Бонус. Перевес делаю. Минима. Все. Спасибо, счастливо. Эль мобилера. Дайану вас сын балконна ерсин. Харика чилек. Мум тебе гелдик, мум тебе гелдик. Перчик по 2 лира, такая борцы лира. Арбузы штука 3 лиры, вот сейчас нарезают, посмотрим. Независимо от веса, штука 3 лиры, вот нарезают, показывают. Вон, ну, как у нас, собственно, треугольничек вырезают, получается. Идем дальше. Две штуки, 5 лир, дыни, вот смотрите. Блин, чтобы это все донес до дома, я тут набрал бы 30 кило. Огурцы по лире, баклажаны вот по лире. Черешня 8, черешня 3, черешня 5, клубника 5.
Кабачки молоденькие. 5 лир кило. Что-то то ли подорожали помидоры, то ли мне кажется, что-то я куда ни посмотрю, 3,50 вижу помидоры. Других все не вижу. Чуть посвободнее. А, он на две точки, я его показывал там. Вторая точка у него здесь, с полотенцами. Штука 5 лир. Персики по 7 лир. Классные, большие. Абрикоски по 6, слива вот такая крупная по 7, инжир появился, люди, появился инжир. А некадр? Ермелира 20 лир. 20 лир, ну тут и будет грамм 700 минимум, ближе к кило, я думаю, смотрите, какой большой, красивый. 20 лир, ну пока только первый, сезон только-только начинается, поэтому цена, в принципе, можно сказать, оправданная. Будет, конечно, подешевле через пару недель. Тоже клубничка. Сливка по 3, сливка по 5, абрикос 8. Помидоры по 2. О. Помидоры по лире на томат. Нектарина такого красивого цвета по 8 лир кило. Бананчик 8,50. Картофель 2,50, лук лира 50, лук 2 лиры, баклажан 2, кабачки тоже 2, огурцы тоже 2 и 1. Почти до конца мы дошли. Сегодня у меня явно больше 10 минут получится. Придется монтировать, снимал частями. У этого человека я лук брал сюда. Веселый бывает. Сейчас притих. Нарва. Полири 50. Сейчас наберу лука у него. 7 черешни, 7 абрикоски, 5 слива. Огурцы по лире возьму. Арбузы большие какие. Красивые вообще. Так вот запаковывается арбузик вам. Дыньки маленькие, красивые. Ой, не могу на инжир, смотрю, просто сказочно выглядит. Он такой крупный, такой вообще редко бывает даже. Настолько шикарный. Любоваться хочется прям. 20 лир. Так, абрикоски, кило. Абрикосы возьму по 6 лир. Вкусные абрикосы в Турции, тоже мне понравились. Так, осталось мне взять помидоры, все. Помидор. Сегодня как-то или мало помидор, я что-то не вдуплюсь. Как там помидоры, блин? Что-то сегодня не то все-таки с помидорами. Вот вроде хорошие по 3 лира. Соберу здесь помидорки. Помидоры взял по 3 лиры и взял баклажаны по 2 лиры за кило. Фу, все, господа, это был рынок Воба, у нас понедельник, Алания.
всем добра, здоровья, позитива, скорейшего открытия границ, самолетов, мягкой посадки и теплого моря без волн. Все, спасибо, кто не забудет оценить видео. Сейчас далее дойдем, у меня там сумка стоит. Вот это вот мои покупки одни, и там пакет с овощами еще. Где наш Али? Фух. Жарко в наморднике, просто капец. Али отошел, наверное. Все, друзья, сегодня у нас рынок закончен. Напоминаю, что отдельным видео стоит этот, боже, вещевой. Отдельным видео будет.